Длинноногий – самое мистическое и самое страшное существо в Майнкрафте. Это существо можно найти на сиде, который вы видите на экране. Так вот, этот баг, который, как говорили игроки, можно найти на версии 1.2.3, 1.4.1, 1.5.2, бета 1.8.1, а вернее на старых бета-версиях. Я решил тоже исследовать этот бред, на него я позвал друга, и решили мы протестировать это все не на старой версии, решили мы проверять это на 1.12.2. Также игроки говорили, что если близко подойти к этому существу, то Майнкрафт крашится с ошибкой kill 000145236. Ну а теперь погнали к моей записи. Итак, когда мы начали обычное выживание, сперва мы построили, конечно же, обычный домик. Уже начиналась ночь. И нам было очень страшно. Так как уже была ночь, на нас напало очень много различных монстров. С ними нам было очень сложно бороться, так как их реально было много. После этого момента на нас напал крипер, и он взорвал наш дом. Стоп! А это еще что? Так оказывается, это существо существует? Мы этого даже не заметили! Надо скорее бежать отсюда, ведь он может нас догнать! После этого момента на нас напало очень много различных монстров, и у меня оставалось полсердечка. Но нас двоих убили. Из-за этого мы решили рассоединиться и пойти на реальные поиски этого длинноногого существа. Но это была плохая идея. Во время поисков этого длинноногого существа я нашел песчаную шахту и решил туда пойти. Скажу сразу, это была очень плохая идея. То, что вы сейчас увидите, это как раз таки причина того, что лучше не надо вводить этот сид. Что ж, сейчас вы увидите, что там произошло. Это что? Что это? Что это за звук? Что это за погода? Вот сейчас вы увидели, почему нельзя вводить этот сид. И да, длинноногий реально существует. Когда он появился, мне выдало ошибку kill 00145236. И после этого мне выдало синий экран смерти. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами был я, Санка Сэша. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Всем пока!